Друзья, всем привет! Сегодня у меня французская кухня. Давайте приготовим салат Ницца. Приступим. В первую очередь я приготовлю соус, чтобы он настоялся немного. Нам понадобятся анчоусы. Я покупаю вот такие. Возьмем анчоусы, мелко порежем его. Он очень соленый, поэтому солью аккуратно в этом салате. К мелко нарезанным анчоусам отправим оливковое масло. Столовую ложку уксуса виноградного. У меня бальзамический, можно брать любой виноградный уксус. Добавим щепотку соли и щепотку прованских трав. Хорошо перемешаем и отставим в сторону, чтобы соус настоялся. Теперь нам нужно порезать салат. У меня фрилис. Он очень хрустящий, очень подходит для этого салата. Отправляем в салатницу. Также понадобится нам салатный огурец, измельчим лук, порежем черри пополам. Добавим маслины. Теперь разделаем тунца. Вот так, прям руками, на кусочки. Тунца берем в собственном соку. Перепелиные яйца тоже поделим пополам, как помидоры черри. Отправим заправку для салата, который мы делали. Теперь это все аккуратно перемешаем. Салат готов. Можно подавать. Очень вкусный салат. Друзья, поверьте на слово, приготовьте, и вы в этом убедитесь. Великолепный салат. Готовьте по-настоящему летний, без майонеза, без сметаны. Очень полезный. Вкусно-вкусно, поверьте. Всем приятного аппетита, кто ест. Берегите себя, друзья. До скорых встреч. Пока-пока. Приятного аппетита. Пока.